Привет! Сегодня у нас понедельник, и вышла новая коллекция Шанель. Естественно, я не могла ее пропустить. Мы записались на appointment на 10 утра, потому что все хотят попасть, и говорят, раскупаются очень быстро за первые дни коллекция, поэтому попробую сейчас что-то вам снять. Посмотрим, что у нас выйдет, и получится ли у меня купить то, что я хочу. Ну что, побежали, посмотрим. Ну и вот так вот в Мюнхене выглядит Шанель-магазин. Сегодня у нас какое число? 15 ноября. Ну и как я и говорю, началась продажа новой коллекции, поэтому идемте посмотрим. Ну, надо кого-то ловить и спрашивать. Боже, какая красота. Красоте. Мне длинные не хочу, я хочу маленькие. Походу их надо спрашивать. Ну да, я бы немного подобавлял. Пошли я сумку посмотрю. Нет, он не то. Угу. Сейчас кого-то спросим. Угу. Я хочу под Лауриена Косы вообще. Вот, вот такое что-то я хочу. Небольшое, маленькое. Но тут огромная цепь, оно не подойдет под какое-то милое платьице. Четыре тысячи сто пятьдесят свитер. Вот такие сумки-бананки появились. Вот такие вот брошки. Sie macht die Variante original, also wenn ja,
такая новая коллекция у Шанель. В общем, как вы видите, я очень довольна. Купила маленькую сумочку и сережку. Обязательно вам покажу. Та-дам! Ну а что именно купила, какой стиль, какой дизайн, смотрите в следующем видео. Обязательно покажу, расскажу, похвастаюсь. Ну а на этом все. Пока!